В Краснодаре завершилась операция «Автобус». В течение месяца сотрудники ДПС проверяли транспорт, который регулярно перевозит пассажиров. Это и рейсовые автобусы большой и малой вместимости, маршрутки, а также школьные автобусы. Каждое утро из отдаленных районов города они привозят детей в школы. Очередную проверку провели сегодня утром. Автобус стартовал от остановки совхоз «Солнечный» и доставил учеников в 68-ю школу поселка Колосистый. Но основные моменты – это, естественно, при детских перевозках, это детские ремни безопасности. Все автобусы, которые мы в рамках операции «Автобус» проверили, проходящие на территории города Краснодара, соответствуют всем предъявляемым требованиям. Они официально предоставлены администрацией города Краснодара и закупались именно для осуществления данных перевозок. Поэтому к техническому состоянию, как и ожидалось, у нас вопросов не возникло. Также документация вся, которая необходима при осуществлении организованных детских перевозок на данных транспортных средствах, присутствует в полном объеме. Поэтому проверка показала, что данные перевозки осуществляются со всеми ныне существующими правилами и требованиями к данным перевозкам.